Kia Sportage. 9-й год, 2 литра бензин, газ. Цена 4750 евро, климат-контроль, кожаный салон. О, салончик тут красивый. Да и сам автомобиль неплохо выглядит. Суппорта покрасили, все покрасили. Так, Зафира. Зафира за 1700 евро, 2003 год, 2 литра дизель на автомате. Салончик у нас под чехлами. Ford S-Max, 9-й год, 2 литра бензин. Так, 4 870 евро на коже. Коробка механика. Год, 2.2 дизель, 110 киловатт, автомат, полный привод, техосмотр вообще свежайший, до 24 года, цена 10900 евро. Цена не указана, к сожалению. Так, пойдем по этому большому длинному ряду. Года Seat Altea XL, 3450 евро, 1.6 дизель. Passat старенький, 1.8 турбобензин, но выглядит неплохо Passatик. Третий год на автомате, 2250 евро. Ну и внутри аккуратненький такой. Volvo V50. Один из моих любимых автомобилей из Голландии. 1.6 дизель, 8-й год. Так. Цена, к сожалению, не указана. Там было что-то написано, но уже не написано. Ford Mondeo. Ford Mondeo за 3250 евро на автомате, 2008 года, 2 литра дизель. На коже, на алькантаре.
Opel Insignia. Цена, к сожалению, тоже не указана. А шестая. Какая-то табличка. Наверное, на трале стояла. И то, что на трале было перечисление, цены здесь нет. Volvo S40. Шестой год, 1.6 дизель, 2800 евро цена. Passat. Passat 5900 евро, 11 год, 1.4 бензин. На механике. Неплохая цена. Автомобиль из Германии. Citroen C3. Механика. Такая красивая белая вставка на всю торпеду. На панели. Цена 3800 евро, 2011 год, 1.6 дизель. Passat из Германии. Две тысячи восьмой год, 2 литра дизель с техосмотром до 22 года до конца. 3500 евро цена его. Toyota Auris 2008 год, 1.6 бензин, автомат, пробег не указан, из Германии, цена 3999 евро. Zafira 2 литра дизель. Старенькая, но выглядит неплохо. По кузову повреждений пока я не вижу, за исключением вот потертости на пластмассе. Цена, к сожалению, не указана. Пробег 148 тысяч. Toyota Avensis. Тоже один из любимых автомобилей. Цена не указана, к сожалению. Это у нас экзотика. Лянча Дельта.
почему цену не указать? Так. Там какая-то огнилушка стоит. 2009 год. 1.4 бензин Peugeot. Пробег 162 тысячи. 2650 евро за него хотят. Корса 2010 год, 1.4 бензин из Германии, пробег 165 тысяч, цена 3350 евро. Это у нас Daihatsu, чисто японский, 2007 год, 1,5 литра бензин, полный привод, 121 тысяча, 450 евро. Ну, такой интересный автомобиль. Просвет у него, конечно, дорожный такой впечатляющий, такой паркетничек. Интересная машинка. Daihatsu Terios. Вот как она называется. Чем-то напоминает мне отдаленно Suzuki Vitara. Года Фабия, 15-й год, 1.4 дизель на автомате, 7450 евро ее цена. А это Rapid, прошу прощения. Toyota Avensis, 2 литра дизель, 2009 год, D4D, цена 3650 евро. Механика, ну, цена хорошая для 2009 года. Если она вот в хорошем состоянии, так цена нормальная для нее. Sportage с пробегом 181 тысяча, 5-й год, 2 литра бензин, много всего написано, цена 3300 евро. Я смотрю, кожа, сиденье довольно в неплохом состоянии. Так, с виду тоже он очень неплохо выглядит, как для 5-го года, хорошо сохранился.